Всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я расскажу вам о новом обновлении Xbox. Обновление хоть и долгожданное, но, к сожалению, оно по сути нам ничего не принесло и лично у меня вызвало негативные эмоции. В это обновление вошло изменение интерфейса моих игр и приложений, поддержка голосового помощника Alexa, новый язык дикторов, если что это не для России, поддержка технологии Dolby Vision на S и X версии Xbox One, это, как я понял, аналог HDR10, и ввели долгожданных новых аватаров, о которых мы поговорим более подробно. Признаться, я очень ждал их появления, ибо они должны гибко настраиваться, чтобы придать индивидуальности, и должны были иметь много всяких вариаций. Но, увы, мало того, что гибких настроек не нашлось, так еще и количество вариаций не так много. То есть причесок всего около 25, несколько кофт, но зато можно настраивать свой цвет на почти любую вещь, и есть кибер-руки. Исходя из маленького количества вариаций, можно сделать вывод, что, скорее всего, их просто допилят потом. Но есть опасность, что это все будет платно. Также я расстроился, что аватар не имеет пола. И когда ты его настраиваешь, если он будет без бороды, то довольно сложно понять, что это мужской пол. Также аватар в данный момент почти нигде не показывается. Да, можно сделать аватарку с его участием и поставить аватара на главную страницу профиля, но на мой взгляд это не имеет смысла и можно было просто спокойно оставить старых аватаров. Кстати, старые не исчезли, и если вы не хотите переходить на новые, то просто выберите оригинальных аватаров. Он должен быть вот тот, но почему-то он не появляется. Единственное, надеюсь, что у аватаров все-таки появятся игры с их участием, как это было на Xbox 360. Если же этого не произойдет, то тогда в них смысла просто не будет. Кстати, зацените моего, я старался сделать его максимально похожим на меня. Кстати, об обновлении в целом. Не знаю, как у вас, но после обновления у меня жутко начал тупить Хуан. Тупить до такой степени, что наведение курсора на определенную игру составляет много времени. Надеюсь, это потом исправят. Кстати, напишите в комментариях, как у вас работает данное обновление. У меня на сегодня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и спасибо за просмотр.